Четвертьфинал открытой лиги ПГУ собрал команды не только из Приднестровья, но и из Молдовы. Внушительный десант КВНщиков прибыл из Бельц. Сразу три команды. Одна из них под названием «Особое мнение» в Тирасполе впервые, но у них есть уже опыт выступления в нашей республике. Мы участвуем не в первый раз, но в этом составе команда «Особое мнение» в Тирасполе впервые. У нас до этого была еще в прошлом году одна игра в Рыбнице на Кубке Дружбы Северной Лиги. Среди дебютантов четвертьфинала команда бендерского филиала ПГУ «Политех». Ее капитан Влад Алишенко признался, что перед игрой все немного волновались, но тем не менее выступили хорошо. В каждом факультете есть люди с чувством юмора, и поэтому есть клуб веселых и находчивых, и у нас тоже есть такие люди с юмором. Мы объединились в общую команду и сейчас выступаем. Каждый раз после еды стоматологи рекомендуют жевать Орбит. И тогда ваши зубы будут целыми. Где ты его взял? Здесь, в Тирасполе. Здесь, в Тирасполе? Каждый раз после еды сначала вам нужно встать, убрать со стола, помыть посуду, и тогда твои зубы будут целы. Команда «Вечерний Кишинев» существует всего год, но в ее состав вошли опытные КВНщики. О любимой игре говорят философски. КВН – это игра, которая спасает от плохих мыслей, она спасает людей от плохих дел, она занимает человека, она развивает и убивает все комплексы. В завершении выступления всех команд ждал приятный сюрприз от жюри. Было принято решение, что абсолютно все участники игры проходят в полуфинал. Юлия Белянская, Первый Приднестровский телеканал.